Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о быстрых командах. То есть, что это такое, как его можно использовать, в чем плюсы, в чем минусы, какая вообще полезность, или может это вообще бесполезное приложение. Итак, пожалуй, начнем с того, что здесь, как оно выглядит. Я уже добавил для себя три приложения, примерно это выглядит так. Вы нажимаете «Создать команду», либо править, вот здесь можете добавить еще какую-то, можете, ну, через плюсик, либо же через плиточку, у вас будет все опять же через плюсик, также с самого начала. Что здесь видим? Вы здесь можете набрать конкретную команду, там авиарежим, к примеру, переведем на русский, авиарежим, вот видите, допустим, нажмете на него, добавить, опять же включаете или выключаете, вот ползунок, это будет включен, это выключен. То есть, либо вы выходите с режима, либо входите. То есть, это будет на быстрой команде. Вы здесь потом переведете на виджет. Видите, вы там его подправите по цвету и подходящему для вас, к примеру. То есть, как это будет выглядеть, вы нажимаете сюда, нажимаете сюда, пишете там команду. Опять же, это там просто авиа подпишем, допустим. Вот, готово. Захотите выбрать значок, выбираете цвет, там абсолютно какой для вас будет интересный. Опять же, подберете под авиарежим любимую иконочку, там как она будет выглядеть, неважно. Либо же можете фотографию загрузить и все. И вот смотрите, вот, примерно вот она будет выглядеть вот так. Вот, но как про демонстрацию я вам покажу. Допустим, вот я включу себе Bluetooth, да. Wi-Fi. Вот я отключаю Wi-Fi и Bluetooth. Просто одним нажатием тын-тын и все. Как заметите, здесь его нет. То есть, если мы включим Wi-Fi и Bluetooth так, мы его полноценно не выключим. Вот смотрите, появился. Он будет светиться белым. Заходим в настройки, подключаемся. Видите, здесь Wi-Fi на подключении, но в режиме ожидания. Так само здесь и Bluetooth, он полностью не отключен. Но с виджетами этими вы можете простенько, быстренько это все сделать. И все, видите, все, сразу ползунки полетели, их просто нет. Это действительно комфортно и удобно, намного быстро и эффективно. То же самое я добавил себе, допустим, переводчик. Вот заходим мы, допустим, на какой-либо сайт. Давайте зайдем на сайт Apple. И здесь какой-либо текст скопируем. Это вот самый первый сразу же. Вот. Выделяем, поделиться. Жмем быстрые команды. Наш текст сразу же определится с английского на русский. Вот. И покажет сразу же нам перевод. Вот как можете заметить, все наглядно. Очень удобно и быстро. Намного быстрее, чем вы это опять же переведете, скопируете, введете в переводчик. Это по времени очень долго. Это нам дает очень классную, скажем, возможность сократить эту дистанцию и работать все-таки намного эффективнее и лучше. Вот, в принципе, вот так. Чтобы это дело удалить, выделяете вот так вот, удалить и все, оставляете только для вас нужные. Окей, готово, все, вышли. Эти команды будут доступны как отсюда, так отсюда. Вы просто добавляете виджет сюда. Вот жмете изменить быстрые команды. Видите, как здесь. Вот и все, он остается. Этот в универсальном доступе, как вы здесь формируете эти нижние иконочки. Вот там ставите галочку, и она тогда будет, в принципе, работать. Вот. Также там есть множество других возможностей программ. Вы здесь можете просто подбирать мессенджеры, что угодно. Вот здесь ваши расчеты, платежи, сторонние программы, ссылки копировать, скачивать видео с YouTube, звонки, выставлять ваших любимых контактов, вообще сторонние приложения, неважно. Тут просто можно занырнуть в эти настройки, и вы не вынырнете отсюда. Действительно, здесь очень-очень много, но, как по мне, бесполезного. То есть, для меня самое полезное, это именно является те, что переводчик, Wi-Fi и Bluetooth. Все. Со всем остальным, как бы, работа уже идет непосредственно напрямую, без этого приложения. Для меня вот только три плиточки рабочие, и все. Вот так вот. Поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, делитесь этим видео со всеми вашими знакомыми, рассказывайте об этом канале.
популяризируйте его, и в принципе все. Всем пока.